Что там, никто не едет? Давно хотела показать, сейчас покажу. Наверное, надо подойти, это не видно будет. Посередине дороги такой вот стул. Видите, как делают, разбираются с дырками в Самаре? Вот так вот. Обалдеть. Экономный ремонт. Да, вот тут машину, чтобы проехать, я не знаю, они объезжают, заезжают на тротуар. Супер вообще. Выделят вам, значит, 10 000. Не знаю. Смотрите, что делают. Все на людей, смотри. Поедете? Все, пошли. А ты сейчас просто... Идет, он все на людей. Офигеть. Офигеть. Так, вот там. Поехал, а вот как раз еще по пешеходному переходу хочет перейти. Не пешеход ведь. Всем привет! Сейчас делаю подальше. Смотрите, у меня здесь, в общем, порвалась эта ручка, и мы ходим, ищем. Вот она. Прям все уже. Ходим, ищем иголку с ниткой. В общем, нашли, в экспрессе купили. Сейчас мы пойдем на лавочку, будем зашивать. Сейчас на плюсе, сейчас на минус поставлю. Довольно близко. Смотрите, идем, короче, переходим дорогу здесь, да? Смотрите, здесь посередине дороги. Чё? Как бы вот. Вот посередине дороги. Да, это все легко заделывать. Легкотня вообще. Не знаю, смотрите, что-то за мусор какой-то. Тут, тут главное, скорая помощь стоит, и мусор дофига. Да, ну, сколько помощи. Это, походу, разобрали какую-то газель, посмотри, крыши, что ли, сидушки. Газели разобрали. Ну, я не знаю, что это такое сделать. Что, ее бросили, зачем? Ну, в общем, не знаю, что это мусор какой-то. Да, дорожки здесь вот. Такие. На великах вот не покататься, на самокате тоже. Как раз на велик ты можешь доехать. Ну помнишь, как вся попа болела? Вот ты сможешь. После вот этого всего. На скейте, на роликах по этим дырам вообще не проедешь никогда. Ты туда упадешь. Ну вот тут вот вообще, смотрю, нет снега, вообще круто. А там у нас прям горы снега. Тут, наверное, потому что солнце хорошо освещает. Вообще крутяк. А у нас там снег, он мужики лопаты разгребают, чтобы быстрее растаял. Ну там дядечка убирает. О, вот эта палка. Палка, которая убирает? Да, палка, конечно. Да, да. Ее дом забирает. Там мусор дофига, кирпичи валяются. Тьма просто. А у нас давно их нет. Ну тут рыночек такой вот. Не очень такое. Он маленький? Да. Маленький. Он просто здесь стоит, но как бы потому что тут был бы пуст. Ух ты, смотри, там асфальт сделали. Ух ты. Круто. А, это, наверное, фундамент сделали, а не асфальт. Там, наверное, будет магазин. А какой? Не знаю, тут был, кстати. Я бы сказал, пекарня, но слушай, она уже тут есть. Тут же был. Он там тоже дырку, что ли, поставили что-то. Какой магазин? Они могут только пекарню открывать на этом рынке, а тут нету. Не знаю. Есть пекарня. Здесь вот есть почта. Вот она. Пеликан. Банк почты. Стрёмный магазин Пеликан здесь, ужасный магазин. Туда лучше не ходить. Не работает постоянно карточки, мне ничего не купить. Вообще Пеликан там не работает. Состояние, в котором там это содержатся продукты и вообще вот там... Вот это хлебница, как у нас стоит. Ужасно. И на рынках ставят. А да, тут мы хлебница. Не были. А что тут быть-то? У нас там тоже есть, да. Такая же. Ну вот. Где квас? Машины стоят. Если есть рынок, должен быть квас. Что за бред? Где вообще это? Вот русская народный напиток. Русский народный напиток. Даже аптека, не знаю, что это за аптека. Мы тут ни разу не были. Хотя проходили еще раз. Особенно, когда шли на английском. Сбербанк. Банк. Не мелодия, а здоровье.
рекорд достижения. Сейчас мы зайдем кое-что глянем, да? Мясо здесь. Мы хотели зашить в этом Сбербанке, там было место, куда сумку поставили. Но там тонкая такая у нас иголка с ниткой. Смотри, там что-то делает. Ух ты, смотри, какую горилку большую открыли. Офигеть, и знаете, горилка за горилкой открывается. Обалдеть, сколько много магазинов, да, пивных, да. Вот это вот, алкогольных. В одном доме, смотри, вот в одном месте. Да, тут вообще их по два, по две штуки, по три штуки прям рядом. Они вообще, я вообще не знаю даже, тут их дофигища просто. Еще одна что ли? А, да, точно. Да вот я говорю, они скоро, в одной, знаешь, точке по три штуки разные, разные фирмы, главное. И в одной точке три. Ты пройдешь, бац, опять три. Пирамида. Это же. Да. Очень много, я очень. Говорю, и открывается все больше и больше. Что-нибудь бы лучше детям бы открывали. Ну, во, видишь, какой большой рыбный магазин. Они, короче, его могут выкупить и построить вот там это... такой пивной магазин большой. Видите, вообще снега нет, офигеть, как круто. У нас там вообще горы снега. Мы не снимали там, там нам было не до этого. А тут даже трава. А тут, да, тут вообще прям уже все растает. Когда были выборы, здесь Путин был наверху. Вот тут меняются картинки. Да. Вот это рыба, видите, прям наверху. Это рыба. Мы по ней ориентировались раньше всегда. Выезжаешь сюда и в Тольятти. Вон этот трамвайчик, снега нет, как будто это прям весна, как будто. А у нас там вообще... Очень похоже на осень. Надо будет у нас тоже снять, показать, что у нас там. Вообще не похоже. Я тебе говорю, осень, осень, похоже на осень. Пойдем. Ну, да, тут, в общем, как-то вот надо перепрыгнуть. Вот, да. Пошли. Там не положили. Типа будет грязно, на камушке наступите и нормально пройдете. Смотрите, мы перешли. У-ху. Ух. И дальше пошли. Дорожка. Да. Здесь никто не поместится, мы идем по земле. Одностороннее движение, пип-пип-пип-пип. В общем, мы сюда ни разу не ходили. Решили, что пора было уже. Стоп, иди на эту сторону. Вот этот, люди этот, пошли наверх, поднимемся. Короче, мы поднялись наверх, потому что там не пройдешь, там люди. Вас нашли. Да, это так он закрытый. Как так закрыто? У нас там с 9 пошли, скорее. А тут же закрыто, да, с 9. А тут, походу, не хотят вставать в 9. И все закрыто, да, как наш. Но они не хотят работать. Ну, пойдем откроем. Дайте нам квас, он закрытый. Надо знать, вкусно там. Так что стучаться, все закрыто, она даже не пришла, вон не открыто ничего. Пошли дальше. Ну, может, дальше будет. Вон там. Ну, что ж делать? О, какие балкончики. Здесь улица движется вниз, дорога, она такая вниз, под наклоном. А, улица? Вон написано улица Георгия Димитрова, 131. Я думал, это правда, что Георгия Димитрова. Это она продолжается в сторону. Там-то мы были по той стороне, а здесь не были. Простатиться. Тут движется вниз, видите, прям резко вниз. Дорога под наклоном. Смотрите, ну кошмар, я говорю, полно этих алкогольных магазинов. Гурман, да. Да уж.
Вот, такие машины, прям здесь дороги такие. Ужасные. Да просто нету, даже не врезаешься. Здесь дороги такие, мы тоже парковались, где горит. Так там же невозможно припарковаться. Мы задели какую-то, какая-то фигня торчала, в общем, из земли. Какая-то железяка или что-то такое. Ее не видно вообще, там все паркуются. И мы, видать, нам повезло, как всегда. Мы задели, и у нас прорвалось это... О, пластмассовая фигня какая-то спереди, не знаю, как называется. Ой, ну, в общем, одна. Да, смотрите, рай для, в общем, для тех, ну, даже ходит. Не знаю, да. Ой, смотри, а вот тут не нитки, а что здесь такое, может, тут шьют? Ой, смотри, а может быть, здесь нам зашьют, нам надо зашить. Вот, смотри, здесь какие-то... Да, пошли посмотрим. Шейные, для шеи. Смотрите, здесь и под наклоном, видите, там вверх идет улица, здесь вниз. Здесь флористика. О, ну сейчас зашьем.